Книга «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лапкина. Размышления о проекте исповедания с учетом сегодняшних ересей и искажений в церковной практике. Первоапостольская церковь на первое место поставила принятие Христа воплотившегося. Цитата. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стих. Но как напротив зла добро, а напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри на все дела Всевышнего, их по два, одно напротив другого. Книга Сирахова, 33 глава, 14 стих. Истинное православное исповедание веры во Святую Троицу закреплено в бессмертном верою во единого Бога. Этот символ – вынужденная мера, заслон против возникших смертоносных ересей. Ария, Нестория, Никея, Цареградский собор, 325 и 381 года. Святые отцы не только точно и быстро реагировали на изменения обстановки в церкви, но и писали кредо в нескольких вариантах, расширяя или сокращая отдельные пункты вопроса. Прошло 1620 лет. С 2001 по 381. Это в 2001 году была написана книга. Четыре раза больше времени, чем до формулировки символа веры от Рождества Христова. Если это разделить, то четыре раза получится. Возникли за это время тысячи новых ересей и искажений. Мы ежедневно читаем веру, делаем удар по потерявшим злободневность ересям, в то время как в православии свирепствуют невиданные ранее отступления от Библии, от соборных канонов, обмерщения. Прошу принять к рассмотрению прилагаемый проект добавления к верою, чтобы читать это сразу же за символом веры. Итак, проект. Верую, что вся необходимая для спасения истина открыта людям в Библии, названной Священным Писанием и Словом Божьим. По этой книге Бог будет судить всех, поэтому жить нужно согласно написанному в ней. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна, 12:48. Понимать Библию нужно только по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Это было сказано на 6-м Вселенском Соборе, правило 19. Вера наша от слышания Слова Божия, но не от пения, богослужения, треп, икон, мощей, храмов, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Римлянам 10:10. Верую, что Бога установленный порядок в церкви, в семье, в государстве никто не может нарушить и остаться безнаказанным. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно.
что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь. Не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему, вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им. И они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Книга пророка Иеремия, 23 глава, с 28 по 32 стихи. Страх Божий, боязнь навеки погибнуть, есть начало и конец мудрости. Муж есть глава, жена да учится в безмолвии, детей воспитывать во Христе, в любви и строгости, наказывая согласно Писанию. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Пророк Иеремия 2:13. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергу тебя, освященнодействие предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Прокосия 4:6. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Малахии, пророк, 2 глава, с 1 по 2 стих. Проповедь повсеместная, постоянная, есть обязанность всех членов Церкви Христовой. И нет ничего важнее спасения себя и ближнего по Евангелию. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Книга Деяний, 8 глава, 4 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Таинство. Требы только для верующих, членов церкви. Богослужение должно быть только на понятном родном языке. И из посторонних никто не может пристать к церкви. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Книга Деяний, 5 глава, 13 стих. При возгласе оглашенные языдите, некрещенным и отлученным за грех обязательно выходите при вход. Священники должны накладывать епитимии за грех согласно канонов семи вселенских, девяти поместных соборов и правил святых отцов. Торговля в храме категорически запрещена. Брать плату за таинство и требы преступления. Все должны платить десятину на содержание священства. Церковь не должна претендовать на симфонию с государством и не должна подчиняться богопротивным законам государства. Священнослужители, осквернившиеся сотрудничеством с гонителями церкви, объявляются безблагодатными и извергаются. Если которые сопричислились к варварам,
и с ними во время своего пленения, забыв, яко были понтийцы и христиане, и ожесточаясь до того, что убивали единоплеменных своих, или древом, или удавлением, такожди указывали неведущим варварам пути или домы, таковым должно прекратить и вход даже в чин слушающих, доколе что-либо изволят о них купно сошедшиеся святые отцы и прежде их Дух Святый. Плач бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять и до моления обоглашенных, и тогда исходите. Ибо правило глаголит, слушав Писание и учение, да изнежится и да не сподобится молитвы, изженится, то есть изгонится, простите. Чин преподающих есть, когда кающийся стоит внутри храма и исходит вместе с соглашенными. А чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно, то есть вместе с верными, и не исходит соглашение. Конечно же, есть причастие святых тайн. Григорий Неокесарийский, 8 и 12 правила. С расколами и ересями никто не может бороться физическим преследованием, но только доказательства по Библии, канонам. Экуменизм, все ересь, анафема. Верю, что за гробом нет покаяния, и участь неуверовавших во Христа при жизни – мучение в аду, и неизменно от желания живущих на земле. Вне церкви нет спасения. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Книга Деяний, 2 глава, 47 стих. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3:21. Принятие Христа в свое сердце, покаяние, крещение с троекратным погружением руками законного священника – есть единственный вход в церковь. Крестящие без длительной катехизации и без погружения извергаются, и таковое в кавычках крещение недействительно. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Апостольское правило 50. Церковь есть собрание верных, где есть епископ, священник, диакон, по рукоположению непрерывно от апостолов. Еретики, сектанты вне церкви.